Сегодня численность Ленинской районной организации профсоюза работников госучреждения и общественного обслуживания составляет 1525 человек, объединенных в 33 первичных ячейки. В ходе отчетно-выборной конференции председатель организации Ирина Архангельская выступила с докладом, в котором рассказала об итогах работы профсоюзов за 5 лет. Наша главная миссия – это защищать человека труда, и чтобы сегодня в полной мере соответствовать этому предназначению, необходимо идти в ногу со временем. Необходимо, не откладывая, активизировать работу, налаживать постоянный диалог в формате «власть, работодатели, профсоюзы». На конференции также были освещены и многие другие результаты работы. Председатель ревизионной комиссии профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Галина Сухарева рассказала о мерах поддержки членов профсоюза. В частности, она озвучила, что 750 человек получили материальную помощь на 1 миллион 557 тысяч рублей. Ревизионная комиссия за отчетный период проверила работу с письмами. Их поступило 8. В письмах члены профсоюза обращались за помощью в решении вопросов социального жилищного характера, нарушение законодательства при увольнении. На все письма даны исчерпывающие ответы. На отчетно-выборной конференции присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он отметил важность укрепления связей между профсоюзной организацией и администрацией муниципалитета и рассказал о том, что и сам внес свой небольшой вклад в этот процесс. Я считаю, что то, что было отмечено в выступлении Ирины Валентиновны, то сотрудничество, которое есть между профсоюзными организациями и администрацией, оно должно быть, ну, мягко говоря, продолжено, а скорее даже мы должны открыть себе какие-то новые грани. Я пообещал ей о том, что вступлю обязательно в профсоюз. Вот вчера я написал заявление, и в этом смысле я передаю. В ходе отчетно-выборной конференции избирался и председатель Ленинской районной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Им вновь стала Ирина Архангельская. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.